Инспектор. Поездка в Лондон. Композиторы: Генри Манчини, Уолтер Грин. Режиссер: Герри Чиникай. Автор сценария: Джим Райан. Художники: Дон Уильямс, Мэнни Кут, Чак Даунс и другие. Продюсеры: Дэвид Депати и Фрис Фрилинг. Париж. Я охотился за Луи Ласвайком, международным похитителем драгоценностей. Венеция. Я преследовал его по всему континенту, из одной европейской столицы в другую. Женева. Рим. И, наконец, в Лондоне я его почти догнал. Ага, теперь ты попался. Прошу прощения, господин, но капитан хочет сказать вам пару слов. Позже в Скотланд-Ярде я представил себя как офицера французской полиции. Мы будем очень рады помочь вам поймать этого вора, инспектор. Но вы должны сдать этот пистолет. У нас в Англии полицейские не используют оружие. Это противозаконно и все такое. Смотрите, это Луи. Верни похищенное украшение, мерзавец! Ах, ты негодяй! Вот тебе! Стрелять нельзя. Постарайся это запомнить, друг. К счастью, один из моих выстрелов пробил мешок Луи с бриллиантами, и он оставил за собой след из камней. Не стреляйте, пожалуйста. Стой! Стой, негодяй! Старая темная аллея. Ага, теперь он попался. Бесполезно, Луи. Мышеловка захлопнулась. А теперь выходи оттуда. Или я... Как я могу его поймать, если мне нельзя стрелять? Я знаю. Я использую этот глушитель. Вот. Теперь я разделаюсь с ним раз и навсегда. Не стреляйте, пожалуйста. Конечно, это странно, очень странно. Не стреляйте. Отель Лондон. Я знаю, что ты там. Если ты не выйдешь, я собью замок пулей. Ладно, ты сам напросился. Я попрошу вас успокоиться, сэр. А теперь, если позволите, я посмотрю, в чем дело. Я ничего не вижу. Вы уверены, что он там? Дайте мне посмотреть. Вот. Вы получили ответ на вопрос? Несомненно, сэр. Ты там. Если ты не сдашься по-хорошему, пока я не досчитаю до трех, нам придется выбить эту дверь. Один. Два. Пока, Джо. Пора пить чай. Давайте продолжим. Конечно. Но помни, никакой стрельбы. Один, два, три. Готов? Мне очень жаль, но я вынужден забрать у вас пистолет. Ах ты грязный! Ах, вот ты где! Задайте ему, инспектор!
Браво! Отличное шоу! Вернись ты, трус! Что ж, инспектор, думаю, на этом дело можно закрыть. Должно быть, вы будете рады получить назад свой пистолет. Но помните, в Англии стрелять нельзя. Я все понял, капитан. Да. И возьмите эти украшения. Я внезапно почувствовал сильное желание путешествовать. И капитан, который вел себя как мой гид, проводил меня назад в Париж. Мы ехали через Рим, Женеву, Венецию.